Арестованного блогера Романа Протасевича доставили из СИЗО на пресс-конференцию МИДа Беларуси, посвященную инциденту с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair Афины-Вильнюс. Появление Протасевича на брифинге стало неожиданностью для приглашенных журналистов. Некоторые из них, в частности представители BBC, покинули зал в знак протеста. Они считают, что Протасевича заставили выступить по заданному сценарию. Как вы уже сами можете убедиться, я чувствую себя прекрасно, со мной все в порядке, у меня нет ни на что жалоб, никто меня не бил, пальцем не трогал, более того скажу. Я искренне вам сочувствую. И вам, я думаю, также искренне сочувствуют очень многие люди в Беларуси, очень многие ваши коллеги. Всему, что вы говорите, я не верю, потому что, ну, я предполагаю, что сами могли сделать. И просто держитесь и переживите. 23 мая власти Беларуси развернули на Минск лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в связи с якобы полученной информацией об угрозе взрыва. С самолета сняли и задержали Романа Протасевича и его девушку. Блогера обвиняют в ряде преступлений, связанных с координацией массовых выступлений против президента Лукашенко в прошлом году. На Западе инцидент с лайнером назвали воздушным пиратством с целью ареста Протасевича. В отношении Беларуси вводятся санкции. Близкие Романа считают, что его пытают в СИЗО.